Народ, всем большущий привет! Сегодня хочу рассказать, на что способны растворы, которые наверняка есть в каждом доме. Это перекись водорода и аммиак, ну или нашатырный спирт. Если их вдруг дома не оказалось, то купить их можно в абсолютно любой аптеке. Итак, ближе к делу. Наверняка каждый знает, что такое зеленка, и соответственно каждый знает, как трудно ее удалить с рук, одежды, ну или другой поверхности, на которую она случайно попала. Давайте в качестве эксперимента капнем зеленкой на вот такой вот кусочек ламината и попробуем ее оттереть. Какую-то часть зеленки удается убрать, но и часть ее остается на поверхности. Вот тут-то нам и пригодятся наши растворы из аптеки. Сначала я нанесу некоторое количество перекиси водорода. Теперь все, что возможно, уберу ватным диском. Какая-то часть убралась, но на свету хорошо видно, что пятно все еще есть. Теперь берем аммиак и убираем все начисто. Можно немножко налить прямо на пятно. Как видите, пятно исчезает прямо на глазах, и от него не остается и следа. Таким же способом можно удалить зеленку и с рук. Нанесу немного на палец и дам высохнуть. Теперь наношу перекись и протираю. Теперь дело аммиака. Как видите, все оттирается моментально. Давайте немного усложним задачу и капнем зеленки на ткань. Для наглядности я возьму кусочек белой ткани. Наносим зеленку и даем подсохнуть. Ну а теперь знакомая нам уже процедура. Наносим перекись водорода. Пятно начинает растекаться. В этом нет ничего страшного, это нормально. Может показаться, что я сделал еще хуже, но смотрите, что будет далее. Теперь я добавляю аммиак прямо на пятно, и оно сразу же на глазах начинает исчезать. Это просто удивительно. Теперь, если вы или ваши ребятишки случайно замарали вещи в зеленке, то вы знаете, как их почистить без особого труда. Смотрите, от пятна не осталось и следа. Теперь лишь нужно состернуть вещи под проточной водой. Случайно мне на глаза попался обрезок белого дверного добора. Так вот, наши растворы и его очистили без проблем. Народ, поделитесь в комментариях способами для удаления сложных пятен, которые вы знаете. Я думаю, многим будет интересно почитать. Если видео было для вас полезным, поддержите лайком, обязательно поделитесь с друзьями, чтобы они тоже знали. Не забудьте подписаться на канал. Я всем желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока.